Нет, ну мы вообще молодцы. Мы забили в этом году первый раз 7, столько шайб. Забили, это здорово. Пропустили одну шайбу. Для нас все сложилось хорошо. Вначале нам Джефф помог. Мы немножко раскрепостились, большинство пошло. Ну, что сказать, один позитив. Мы выполнили свою задачу. Мы сейчас попали в плей-офф. Какую мы ставили, мы ее получили уже на все 100%. Так что мы очень довольны. Спасибо. Поздравляю Сибирь с победой. Спасибо. Ну, удивила молодежь, которая, кстати, к сожалению, с потухшими глазами не бьется, не борется. Ну, конечно, на 7-1, я думаю, мы не наиграли. Там Ключниковы, это 4 гола точно. У меня все.